Рабочий визит министра энергетики России Сергея Цивилева в Мурманскую область запомнился обсуждением темы газификации. Однако этим поездка федерального министра не ограничилась. Например, Цивилев посетил Североморск, который оказался близким ему городом. Подробности в материале Анастасии Кочуровой. Министр энергетики Российской Федерации вместе с губернатором Мурманской области посетили объекты энергетической инфраструктуры региона. В рамках рабочего визита в наш регион Сергей Цивилев посетил Кольскую ВЭС и познакомился с работой самой крупной заполярной электростанции. Покажем, пишите, почему отклонение от проектного решения получилось вот такое. В какую сторону? Планово, а факта вашего? Сравнение с фактом, существующей в мире ветряной генерации. Вечмарк, да. В составе ветропарка 57 турбин общей мощностью в 202 мегаватта. Они вырабатывают около 750 миллионов киловатт-часов в год. В месте чистой энергетики речь зашла в том числе о газификации региона, которая может также сильно повлиять на улучшение экосреды городов Заполярья. Вопрос вообще газификации Мурманской области исторически давно стоял, но он никогда не был решен. Андрей Владимирович проявил инициативу и настойчивость. Он встретился с президентом, рассказал подробно, наверное, многие видели эту встречу по телевидению, рассказал подробно президенту. Президент его поддержал. Развитие газификации в регионе внесет огромный вклад не только в жизнь северян, но и в развитие промышленности в Мурманской области. По мнению Цивилева, промышленный кластер Кольского Заполярья займет около трети страны работой. Здесь можно строить любой хаб для любых кораблей со всего мира, которые могут сюда прийти, которые могут доставить сюда грузы, которые могут взять отсюда любую продукцию. Так что в Мурманской области огромные перспективы в развитии. Речь, конечно, о незамерзающем порте и возможностях Севморпути как транспортной артерии. Судоходство, по которому, опять же, по указанию президента, должно только расти. Вторая тема – это обеспечение необходимой мощностью и надежным электроснабжением все те проекты, которые запланированы к реализации, потому что мы должны смотреть на шаг вперед и готовить к этому всю необходимую инфраструктуру. После объезда губернатор Мурманской области и министр энергетики России обсудили важные вопросы в сфере развития энергетики региона и надежности электроснабжения. А также Сергей Цивилев посетил Североморск, в котором прослужил более 11 лет. Анастасия Кочурова, Арктик ТВ.